Неожиданная встреча ждала иркутских рыбаков. Недалеко от города они встретили дикого зверя, которого удалось заснять на камеру мобильного телефона. А кадры прислали в нашу рубрику «Народный корреспондент». Лисица оказалась настолько общительной, что подошла к людям вплотную. Вот только, увы, у рыбаков не было с собой ничего, чем бы они могли угостить смелое животное. Скорее всего, из-за голода и ради пропитания лиса и покинула лес. Но не стоит думать, что ее можно забрать с собой или поиграть, как с собакой. Обязательно нужно помнить, что зверь все же дикий.